на всю жизнь и, как правило, семейная. Мотоцикл — это некое все-таки живое существо. Поэтому вот, наверное, каждый хочет иметь друга, который не предаст, и мотоцикл — это не просто. Люди просто приехали для общения. Первый год выпуска дедушка мне его вручил. Говорит, только, говорит, никому не продавай. 12 лет мы там катаюсь, проблем, вопросов к нему нет. Да, бой страшно. Есть такой сайт, вот он, внимание. Может, обращали внимание? 4 раза в неделю приходит сообщение по поводу той или иной аварии. У нас как маленьких и быстро движущихся очень сложно заметить. Я считаю, основная проблема в том, что автомобилисты нас не видят. И поэтому я себе купила ярко-желтый мотоцикл, чтобы меня было видно. Как говорят, байкеры, как упыри, в зеркалах не отражаются. Ну, нас, да, не замечают, не видят. Я вообще ездил на черном мотоцикле, пришлось его в зеленый перекрасить, чтобы меня хотя бы могли видеть. Не включают поворотники многие. Подъезжаешь к перекрестку, стучишь ему, говоришь: дружище, а вот я должен угадывать, как проходить вот не за тебя. Зависимо от того, как человек управляет мотоциклом, машиной, может случиться абсолютно разные ситуации. Да, сегодня у всех праздник. Завтра они идут на свой страх и риск на дороге, на которых может случиться что угодно.